Давайте про Одессу споем вам. С удовольствием. Ну, не совсем про Одессу. Песня называется «Папа». Но она понятна будет любому человеку, у которого есть или был папа. Какие в Австрии вечера, а мы были с папой в Вене вчера. Мы с ним бродили среди витрин, и папа зашел в магазин. Он к часам швейцарским просто прилип, а это оказался Патек Филипп. 40 000 евро за турбион. Боже, как счастлив был он, папа. Маленький Боинг уносит нас, завален коробками бизнес-класс. Папа мой в кресле сидит, как на троне, в новом костюме Бриони. Успели и коркой перекусить, обсудить, какую машину купить. 2 часа лета, и мы в Одессе, в папином уже Мерседесе. Мой папа не жил среди мраморных стен. Мы зашли в агентство Александр Н. Что там у вас на последней стадии? 300 метров, квартира в Аркадии, папа! Я хотел купить папе что-то еще, но он положил руку мне на плечо. Грустно посмотрел, странно улыбнулся. Я вздрогнул и сразу проснулся. Спасибо большое. Пожалуйста. Слушайте, грустно как.